Как я говорил, я хочу задействовать максимально всю площадь, всю территорию. Значит, вот эта вот оконная ниша. Здесь будет стоять полидариум. Сейчас его нужно вычухать, потом я займусь созданием полидариума. Об этом я тоже сниму видео. Сейчас я жду растения, которые должны мне прийти для полидариума. Я, значит, аквариум отмыл. Кто не знает, это Ювель Лидус, 120 литров. Подрезали коряшку. Вот так она будет расположена. Сзади будут заведены все коммуникации, все оборудование. Также там будут пластиковые баночки с субстратом. Сейчас подсыплю сюда какого-то грунта. Прикрутим к камню ее, либо к присоске. Сейчас посмотрим, так чтобы она не всплывала, потому что здесь все-таки будет вот так вот воды. И потом сделаю подачу по поверхности через шлангочку от насоса. Для того, чтобы не всплывала наша коряга, у нас есть два технических отверстия в куске лавы. Сейчас мы их наколбасим. Так тоже можно, в принципе. Потом их можно будет вытащить, чтобы они не портили товарный вид. Теперь нужно будет просверлить два сквозных в деревяшке и прихватить просто на саморезы. И будет вот такая вот композиция. Пока. Вот так выглядит наша конструкция. Вот оно. Единое целое теперь. Сейчас буду готовить субстрат. Для этого беру биогумус, вермикомпост. Беру верховой торф и беру обычный черный базальт. Это сейчас все смешаю, и будет такой посадочный материал, в который можно засунуть растюхи. И так это все смешивается. Базальт, вот если посмотреть, базальт в перемешку с торфом, с биогумусом. Теперь это все можно по баночкам насыпать и уже прикручивать потом баночки вот сюда где-то на тыльную сторону, чтобы их не было видно. Вот такой вот вид сзади. Напомню, это все временная конструкция. Потом, когда приживусь растения, я уже рассажу, сделаю все нормально по-человечески, с хорошим нормальным субстратом, с нормальной подачей воды по коряге. В общем, пока сейчас это будет просто вот за счет работать за счет туманообразователя. Маскируем обычной губочкой все. Вот. Чтобы оно сильно в глаза не бросалось. Можно было кисточкой, но кисточкой просто. Ее просто нет под рукой. Поэтому вот есть губка. Сейчас накидали сюда полотого базальта. Для того, чтобы сэкономить на грунте, ну, пока здесь ничего не будет такого сажаться. Поэтому сейчас засыплю остатки черного грунта. Буквально хоть там просто присыпать. Вот. И начну высаживать уже растюшки. Здесь у нас место под фильтр и под туманогенератор. Вот такой стартовый набор растюшек. Сейчас я буду все высаживать по баночкам, что-то сюда просто на древесину посажу. А что-то поближе вообще к воде, вот сюда вот на уровне.